Кубке Азии в Кузбассе станут для атлетов началом побед и останутся в сердце каждого настоящим праздником спорта и дружбы. Желаю всем спортсменам спортивной удачи и успехов, а зрителям, болельщикам насладиться прекрасным спортом, прекрасными нашими детьми. С праздником, дорогие друзья! Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» объявляю открытыми! Рад приветствовать вас на торжественной церемонии закрытия вторых международных спортивных игр «Дети Азии». Все команды в дни соревнований показали командный дух, волю к победе, достойные результаты. Уверен, что вы все стали друзьями. Ребята из Российской Федерации, Республики Беларусь и азиатских стран. Но мы не говорим «прощайте», мы говорим «до свидания». Добрый путь, друзья! Спасибо, Кузбасс, за прекрасные игры. Спасибо организаторам, властям региона. Отдельное спасибо и низкий поклон волонтерам, тренерам и наставникам, благодаря которым дети могут заниматься спортом и могут достигать новых вершин в самых мирных сражениях спортивных. Сегодня вы молоды, перед вами открыты все пути. И вы знаете, главное, как достичь своей цели. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» объявляю закрытыми. Дорогие друзья, Кузбасс с особой радостью принимал у себя вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Наши игры показали, что совместный труд тренеров и наставников дает возможность раскрыться ярким талантам наших детей. И, конечно, с нами все время был талисман зимних игр. Я очень рад, что мне выпала огромная честь стать талисманом вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Я побывал на всех площадках и видел, как вы боролись. Уверен, эти игры мы все запомним надолго. Очень надеюсь увидеться с вами еще раз. Праздник заканчивается. Но настоящая дружба, приобретенная здесь, в спортивных соревнованиях, она останется навсегда. Дай лапу, друг Тихоня. Спорт – это жизнь, и он не имеет границ. Победа твоя состоит из тысяч частиц, взлетая к победе. Всегда, 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 всегда
момент, который называется единство. Это когда все вокруг тебя, как одна большая, очень дружная спортивная семья.